Друзья, всем привет! Сегодня рада вам представить нашу новую вакансию. Она очень интересна и уникальна тем, что это мировой лидер по производству автомобилей. Один из мировых лидеров. Это завод Volkswagen в городе Торунь, Польша. Уникальна эта вакансия тем, что вас принимают на работу в производственное предприятие, которое является международным, которое представлено на рынках любой страны. Эта марка держится на протяжении многих десятилетий на рынке и повышает свои производства. Volkswagen рассчитан на средний класс, предоставляет очень качественные автомобили рынку и, соответственно, по доступной цене. В компании вы сможете выстроить карьеру и сделать неплохой старт в карьере именно в Евросоюзе, потому что компания не предлагает вам вакансии с опытом работы, то есть вас могут взять и без опыта работы, также без знания польского языка. И вы сможете выстроить свою карьеру, обмениваться опытом с другими странами в рамках этого концерна. Итак, что требуется на заводе Volkswagen? Вакансия для мужчин, женщин, а также семейных пар до 55 лет. Самое важное условие на данной вакансии – это желание работать и желание учиться новым навыкам. Также мануальные способности. Базовые знания польского языка будет плюсом, но не является обязательным. Итак, условия работы по 5-6 дней в неделю от 8 до 12 часов в день. В зависимости от того, сколько вы работаете, какие объемы вы выполняете, сколько часов вы отработаете, зависит ваша заработная плата. В среднем она составляет около 1000-1100 евро в месяц. Однако, если вы выходите в выходные дни, если вы выходите в праздничные дни, то идет надбавка за выход 100%. Также есть премии за выработку, эффективность, за отсутствие прогулов и за лучшего сотрудника месяца. Город Торуня – это город в Польше, там находится завод. Жилье предоставляется работодателям бесплатно, будет стоить только коммунальные услуги, и это 350 злот. Работа есть всегда. Компания расширяется и увеличивает свои производственные мощности. Рабочая одежда также предоставляется бесплатно. Также нужны будут спецботинки, которые работодатель вам обязуется выдать. А также вы будете проходить медкомиссию, которая будет стоить всего лишь 60 злотых, и это будет высчитываться единоразово с первой заработной платы. Итак, что входит в обязанности по данной вакансии? Это изготовление, упаковка и покраска пластмассовых изделий к автомобилям. Компания-работодатель гарантирует полностью легальное трудоустройство по контракту. Это прямой контракт с работодателем. Выплата всех бонусов, премий и заработных плат в полном объеме на банковскую карту. Жилье предоставляется, довоз до предприятия также предоставляется за счет работодателя. Проживание в хостелах либо в квартирах от 2 до 4 человек. Если семейная пара, то предоставляется отдельное жилье. Все жилье обустроено всем необходимым. То есть это очень комфортное европейское жилье. Это холодильники, печи, микроволновки, утюги, стиральные машины, сушки, фены. Единственное, даже дают полотенце. Постельное белье желательно иметь свое. Итак, ждем вас на вакансию в компанию Volkswagen.